У всех лето, море, солнце, воздух и вода. Один я в царстве раскаленного бетона и душного асфальта. Что это за жизнь? Мы приехали в Железноводск. Как здесь вкусная, полезная вода и очень красиво. Лето! Ах, лето, лето красное, будь со мной. Друзья, пока в Москве страдают от жары, когда в тени плюс 36, у нас здесь очень комфортно и хорошо. А как? В Железноводске. И здесь замечательно, просто комфортно. И город шикарный, мне очень нравится. Подходим к яйцу. Но не простому. А золотому. Это знаки зодиака. Его еще называют яйцо желаний. Почему яйцо желаний? Сделано это каким-то местным автором. И вот это яйцо крутится. Единственное, что прокрутить его один человек вряд ли сможет. Загадал желание, прокрутил, вроде все понятно. Но где-то 4 человека, взрослых мужика, могут это сделать. Нет. Мы будем искать и притронемся к знакам зодиака своим. К своим знакам зодиака. И надеюсь, от этого какое-то желание сбудется. Но нужно их искать. А вот. Близнец. Вот. Сейчас я придумаю желание. Я кролик и кот. Поэтому желание буду загадывать на кота.
Это называется скрытый вандализм, потому что потом это все начинает рушиться. А вот мой бычок. Еще один. Привет. Ну, давайте тоже. Сейчас мы толкали это яйцо. В нем принимало участие 3 взрослых человека. Из них 2 девушки и 1 парень. Вот. Поэтому сами считайте, сколько нужно людей. Ну, 4, 3. 3 взрослых как минимум.